Здравствуйте, уважаемые любители стратегии. Я продолжаю играть в мод «Булатная сталь» за Кордовский халифат. И сейчас я буду штурмовать Пизу. Этот ход, ну, так сложилось, что на несколько кусков разделился. Ну, так получилось. Сейчас попробуем захватить Пизу. Я уверен, что победим в этой битве. Так. Начинаем. Объединяем силы. Таран готов. Вражеская крепость скоро падет. Наши лестницы готовы. Тут тоже небольшая группа конницы собралась. Хвала пророку. Мы одерживаем верх. Еще немного, и неверные сдадутся. Так, уменьшаем скорость. Мы захватили вражеские стены. Скоро мы захватим. Отлично! Ворота разбиты. И всеми войсками будем штурмовать. Тут сражаются наши бойцы. Так, а вот эти, наверное, пойдут сюда. Хотя тут одна дорога. Не, пускай идут все-таки вместе со всеми. Если было побольше конницы, можно было бы с флангу долбануть. Сейчас попробовать или отсюда, вот сюда, наверное, пойдем. Так, ну тут сражаются.
Вторая армия, возможно, не будет участвовать в бою. Хотя... Пускай побьется, потренируется. Убито уже 38% ихней армии. Это, походу, ихний полководец. Живой. 7 человек, 6. Возрадуйте. Неверные остались. Враг обезглавлен. И вот, погиб. Все ж таки погиб вражеский полководец, граф Джироламо. Вторая армия нетронутая. Так, конницу надо спасать. Пускай постоят. Идите сюда, а вы сюда. Бегом, бегом. Неплохая битва вышла. И мстя моя страшна. Побьем мы эту Геную. Один хиленький отрядик остался. Быстро умирают. Захватили город. Ладненько, посмотрим, что дальше будет. Все, победили. Один вроде остался. Никто не усомнится в справедливости этой победы. И Пиза наша. Ограбить 7, награбим. Уничтожим жителей. Раз, два. Так. Теперь будем сражаться. Объединяем.
Плыли сюда. Наймем. Так. Тут наймем. Тут можно еще даже построить мастерскую Требуше. Здесь также нанимаем и строим кузницу. В Кане. Переобучим войска. В Рене наймем и переобучим. Также в Анжере построим малую мечеть и переобучимся. Хотя, возможно, лучше вот так сделать. А теперь. Это армия. На мостик. О, вот это правильно. И теперь в Кальяре построим. Наймем корабль, наймем двух воина наймем и переобучим. Ща. Вот, вот так, каким образом. Сопротивление бесполезно в Пизе, мятеж в стане врага. Что у нас, кстати, тут? Тут у нас беда. Скорее всего, проиграем бой, поскольку тут довольно-таки мощная армия. И здесь битва будет в следующей серии. Давайте походим нашими агентами. Я их вообще забросил. Тут убийца натренированный. Кто оскорбил великого султана? Ух ты, завалили. Так. Где у нас еще убийцы? Слацов. Давай. Убийца провалил задание. Посол в Провансе. Как насчет перемирия? Нет, мы не настолько глупы. Не хотят. А сдать область. Четыре города у них: Каффа, Милан, Марсель и Олешье. Ну что ж, не хотите, как хотите, давайте в разведку пойдем. Ага. Что у нас тут с агентом? Лазутчик. Париж. Купец торгует. Посол в Аквитании. А вот еще убийца Владцев есть. Давайте кого-нибудь завалим. Например, вот этого.
Попробуем. Не получилось. Ладненько. На этом я заканчиваю серию. Всем пока-пока. Следующая серия будет гораздо длиннее и интереснее. До свидания, до новых встреч.